Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста. Тема сегодняшней лекции – подготовка забастовки. Подготовка забастовки. Ну, в прошлый раз мы уже пробовали выяснить, что такое забастовка. И в итоге пришли к выводу, что это... Забастовка – это полное или частичное прекращение работы или приостановка работы в целях разрешения коллективного трудового спора. Забастовки разрешены нашей Конституцией? Да. А почему они разрешены Конституцией? Потому что право на забастовку – это выражение того, что труд в России не носит принудительного характера. Потому что, скажем, могут быть забастовки у рабов? Нет. А? Нет, а то, что они пытаются, называется восстанием рабов. А забастовка не получается. И не может получиться, потому что там нету никакого коллективного трудового спора, поскольку раб – говорящее орудие, и вообще ему спорить не положено. Правильно? Да студенты могут спорить с преподавателями сколько угодно. Ну да. А рабы что тут спорить? Кто будет спорить, с плеч долой голова. Да. Как вы думаете, как называется лекция, Маша? Вы хотите революцию, а революции без забастовок не бывает. Подготовка забастовки идет. Так. Соответственно, и при феодализме ни о каких забастовках не может быть речи, потому что если кто-то не пришел на барщину, что может сделать помещик? Пороть его может. Ну, он сам может и не пороть, а отправить на ценную там. Эту услугу выполнят за соответствующую плату. Это нам известно. Поэтому, когда речь идет тут уже о капиталистическом способе производства, здесь могут быть забастовки. Причем право на забастовку, писанное право, оно сдалось тоже забастовочной борьбой. Вот прежде чем оно появилось в праве, оно сначала появилось в жизни. И это признанное право во всех... Ну, цивилизованных считается капиталистических стран. То есть, если, так сказать, не устраивает работников, масса работников не устраивает условия труда и оплаты, они имеют право приостановить работу до удовлетворения своих требований. Ну, а работодатель может другие меры принимать, которые у него есть. Но сразу хочу сказать, что локаут, то есть одновременно увольнение всех работников или массовое увольнение работников в период забастовки запрещен нашим законодательством. Иногда вот выходят люди, которые считаются защитниками рабочих или рабочего класса, и облыжно начинают, так сказать, говорить, что этот кодекс нам ничего не дает, он плохой, он такой, он сякой. Ну, во-первых, сам кодекс получен в результате борьбы работников. Так кодексы не появляются по воле собственников средств производства. Кодексы такие появляются по воле работников в результате той борьбы, которая ведется между этими двумя сторонами социально-трудовых отношений. Это раз. Во-вторых, вот скажем, нынешняя процедура подготовки к забастовке или организации забастовки, которая прописана у нас в законе, раньше в отдельном законе, а сейчас она прописана просто в Трудовом кодексе, она тоже некоторыми осуждается, дескать, ой, как долго надо это все делать, значит, 31 день нужен для того, чтобы ее реализовать. Примерно считали. 31 день. Ну так это плохо или хорошо? А для всех хорошо. Сейчас лекции не могу договорить. Для всех хорошо. Для работодателей им вообще забастовка не хороша. Поэтому чем позже, тем лучше. Пусть она отодвигается. Для работников, ну, если работники собираются ее провести как следует, так как всегда. Вот поднимите руки, у кого готова работа? По коллективным договорам. Вот так и забастовки готовят. Вам же никто не запрещал раньше сделать. Вот так, когда начинают люди готовить забастовку, они точно в таком же состоянии, как вы. То есть они, да, вот, а ничего не готово. Что такое забастовка? Забастовка – это сколько человек должно прекратить работу?
50%. 50? Ну, 50 – это, да, не забастовка. 50 работает, 50 не работает. 50 уволить тех, которые не работают, за прогул. И все. А эти 50, пускай, эти 50, с ними разберемся другим образом. Почему 50-то? Ну, если вы хотите забастовку делать, забастовку, если вы хотите выиграть коллективный трудовой спор, сколько должно быть процентов участников забастовки? Сколько? Больше 50%. А? Больше 50%. 85, там, 90. Лучше 100, конечно. Лучше 100. А кто не хочет бастовать, не приходи на работу лучше. Это трудно сделать или легко? Вот некоторые говорят, вы что у нас не бастуют, такая плохая жизнь, не бастуют. А попробуйте организовать забастовку. Причем дело не в каких-то формальных моментах. Мы сейчас по формальным пройдем, а потом пойдем по существу. То есть вообще подготовить забастовку содержательную, полезную. Полезную в том смысле, что она не только не разрушает производство, она его стимулирует, поддерживает. Потому что, скажем, главной производительной силой всего человечества кто является? Железо или человек? Работник, правильно? Ну, так если у вас работник получает лучшие условия, производительность труда от этого падает или возрастает? Возрастает. И когда-нибудь после забастовки, хоть в одной стране, после сокращения, скажем, рабочего дня или улучшения условий, ухудшились условия получения прибыли? Кто не знает таких фактов? Никто не знает таких фактов. Никто не знает таких фактов. Иначе бы сейчас бы стон был такой всемирный. Что вот, после забастовки у нас упали прибыли. Ничего не упали. Ничего не упали. Просто если вы будете иметь длинный рабочий день там, или плохую организацию производства, будете давать разбавленную зарплату, вам за нее работники будут давать разбавленную работу. За разбавленную зарплату. И наоборот, если работники знают, что труд организован, что он будет хорошо оплачен, по-другому и работает. И это относится не только к ручному труду, где, как говорится, никто меня не сковывает, но и к машинному труду, потому что можно вот так действовать с машиной, что она будет долго и хорошо служить, а можно так с ней обращаться, что она скоро закончит свой век или будет сломана, и причем по объективным обстоятельствам. Мне дали, я чувствую, что мне там что-то не в порядке. А я не ремонтник и не обязан там заниматься ремонтом. И не обязан смазывать, если есть для этого специальные люди. Я начал работать на несмазанной, не на отремонтированной машине, она сломалась. Ну, сломалась, давайте другую машину. Нет другой машины, у меня не забастовка, я сижу и жду, когда будет машина. То есть, если работодатель, собственник средств производства, не обеспечил заинтересованность работников в росте производительности труда, то он проигрывает. А что является обычным результатом забастовки? Повышение оплаты труда, улучшение условий, там сокращение рабочей недели, сокращение рабочего дня. И в итоге общий рост производства, сокращение безработицы. Вот, скажем, если взять и сократить рабочий день, что сделали, скажем, во Франции и в Германии. Рабочая неделя в Германии и во Франции какая? Сколько часов? 35. А у нас до 40. Это значит, одни работают 40 и больше, больше мы тоже знаем, что работает. И никакого, так сказать, строгой ответственности за нарушение вот этого правила, а правило очень строгое у нас считается, что не больше 120 часов сверхурочных в год и в течение двух дней не более 4 часов сверхурочных работ. Это все не соблюдается сплошь и рядом. И даже учета соответствующего не ведется. И оплата установлена такая, что за первые 2 часа сверхурочных работ 1,5 раза больше должен работник получать, а за следующие 2. И дальше вдвойне. У вас есть, наверное, знакомые, которые работают не 40 часов в неделю? И как они получают вдвойне за следующие часы? Товарищ, не понимаете. Приключим. У нас есть кнопка. И вот... Если в Европе, вот в этих двух странах сократили рабочую неделю, это значит, им не потребовалось увольнять работников в связи с тем, что нет работы. А тут, скажем, на 40-часовую рабочую неделю нет работы, а на 35-часовую есть, и никого не увольняют. Скажем, если у вас так сложилось, что
есть только на 30 часов работы, ну так сделайте 30-часовую рабочую неделю. Но у вас есть все специалисты по всей системе разделения труда. А если у вас нет там каких-то специальностей, взяли какую-то специальность, сократили, и вся закашляла вся экономика сразу. Потому что, видите ли, так сказать, нет средств, не получается. Поэтому история вообще рабочего движения, история экономики, экономического развития показывает, что сами по себе забастовки, как правило, носят такой позитивный характер. И что характерно, например, в СССР, где, казалось бы, так сказать, такие блага были для работников, вообще никакого закона не было о забастовке. И в самые первые годы после революции обратились к Ленину с тем, что вот рабочие бастуют. Ну, если, говорит, они бастуют, говорит Ленин, значит, видимо, мы что-то не так делаем. Значит, надо нам исправиться. Или они что-то не понимают. Значит, мы неправильно им объясняем. Значит, нам надо исправиться, пойти объяснить, в чем дело. И в первом, и во втором случае, однозначно. Поэтому у нас до вот горбачевских времен никакого, так сказать, закона, который регулировал бы забастовки, не было. А забастовки были. Вот есть такой, сейчас работает в ИГИДе, это Центр помощи профсоюзов, профсоюзам. Большаков такой, Вадим, он, у него такая книжка есть, которую я ему сообщаю, что надо бы ее опубликовать, а он все маринует ее, в которой показано, когда и какие были забастовки в СССР. То есть немного их было, но они в разное время бывали. Я, например, будучи школьником, помню, как однажды сначала мать приходит с работы с серым батоном. Это вот при Хрущеве, когда решили делать серые батоны, дескать, мало зерна. Потом отец приходит с серым батоном, а завтра забастовал Кировский завод, и послезавтра уже никаких серых батонов, и больше мы никогда их и не видели. И все. Ну и он забастовал на один день. Или даже больше угроза была забастовки, чем забастовка. Хотя мы знаем и другие случаи совершенно вопиющие. А именно, вот, значит, вплоть до 22-го съезда считалось, что в стране диктатура рабочего класса, и поэтому, скажем, никак не могло быть, чтобы государство принуждало или преследовало рабочий класс, или тем более выходило к нему с вооруженной силой. А в 1961 году на 22-м съезде была изменена по докладу Хрущева, была изменена программа, и вопреки, так сказать, всей науке, которая говорит, что государство всегда государство одного класса, а народное государство не бывает. И Энгель даже говорил, что народное государство – это как жареный лед. Вот, пока оно государство, оно не народное, оно классовое, а когда народное, оно уже не государство. То есть, если уже классов нет, так зачем же тогда орган, который является органом классового принуждения, когда класса уже нет? Но, тем не менее, в докладе было сказано, что вот диссертура патриата себя исчерпала, у нас вообще народное государство. Ну, а согласно, так сказать, той же самой науке, известно, что если государство не одного класса, то будет другого класса, прямо противоположного. В итоге, уже в 1962 году, несмотря на объявленное общенародное государство, в Новочеркасске, когда рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода потребовали не снижать расценки и не повышать цены, такие обычные требования, которые сейчас по всему миру есть, и у нас есть сплошь и рядом. В России никого это не возмущает, особенно, так сказать, все это прекрасно понимают, кому нравится повышение цен, тем более снижение расценок. Вы раньше получали вот столько за одну деталь, а теперь, значит, вдруг меньше. И вот это выступление работников Новочеркасского завода было жестоко подавлено. То есть пришли танки, войска, стреляли по рабочим. Причем дети смотрели на это все, залезли на деревья. Когда стреляли, и дети погибли очень, которые сидели на этих деревьях. А тех, кого посчитали зачинщиками, расстреляли как зачинщиков. Короче говоря, государство уже в 1961 году продемонстрировало, что оно не государство, диктатура рабочего класса, а прямо противоположное. Ну и с этого момента можно считать, что вот, так сказать, вот этот слой партийно-государственного аппарата, освобожденного, номенклатурный слой, он превратился в такого коллективного,
капиталиста. Но еще дележа не произошло. Скажем, в той же самой Белоруссии вообще дележа не произошло. Там как вот этот слой был, так он и остался. И, так сказать, поэтому такого разрушения промышленности, экономики там не произошло. А в России не удержались граждане, решили разделить между собой. И начали делить. В результате этого дележа начали делить потом предприятия на мелкие куски. Там, посмотрите, на Кировский завод – это холдинг. Что такое холдинг? Так сказать, вроде как держат акции в одной куче. А предприятия разные, маленькие, каждый делает свое. Там все делают. Одни – одно, другие – другое, третье – третье. И если на Кировском заводе было 35 тысяч человек, то сейчас порядка 7. В Светлане, которая имела темпы роста 10-12%, темпы роста производительности труда, было 40 тысяч человек. Поскольку это производство приборов электронных и требуется, как говорится, очень так, тонкая работа, женский в основном, поэтому коллектив там был. 40 тысяч человек уволили, 36. Как бы не увольняли, они как бы сами ушли. Так, пишите заявление об увольнении. И пишут же. Сколько объясняют? По собственному желанию. И сейчас пишут. Это продолжается. Вот это вы должны знать и людям разъяснять. Не только рабочим, но представителям любых профессий. Если вам сказали, идите, напишите заявление по увольнению, идут, говорят, я возмущен, я увольняюсь по собственному желанию. А если ты не по собственному желанию? Если у вас нет штатов, значит, что надо делать? Меняется штатное расписание. Если меняется штатное расписание, значит, надо сокращать по этой статье, по сокращению штатов. По сокращению штатов увольнение предполагает, что за 3 месяца надо предупредить профсоюз, и профсоюз может там возмущаться по поводу этого, и подавать в суд, или быть несогласным, как представитель работников. А за 2 месяца работника, что вы уведомлены, что вы, вот категория такая, как у вас, подлежит увольнению по сокращению штатов. Кто будет конкретно уволен, это потом решится. Но есть определенная очередность, скажем, люди, которые имели увечья, как полученные на производстве, не могут быть первоочередно сокращены. Другие сначала, потом они там, скажем, женщины с малолетними детьми и так далее. И если вас увольняют по сокращению штатов, то вы 2 месяца будете не ходить на работу, а получать зарплату. То есть за 2 месяца вам должны, 2 месяца должны оплатить. То есть те люди, которые так вот их вызвали, им сказали, они побежали, не торопись. Николай Васильевич, можно по статье уволить? Невыполнение требований. Подожди, не рассказывайте эти сказки. Можно по статье. Я вам рассказываю не сказки, я вам рассказываю массовые явления. Вот эти люди в массу, тысячи, десятки тысяч уволились по собственному желанию, а не по статье. Это факт. Вот в чем дело. По статье это отдельная тема. Ну а если не по собственному, то по статье, то без разницы. Просто это просто больше бумаг. Либо тебе приходит, говорят, пиши либо сам, либо мы тебя уволим по статье. Ну и рассказывайте. Ну, хорошо. Это вы, наверное, уже работали, или где-то у вас знакомые есть такие ретивые. Восстанавливают. В основном всех уволенных по статье восстанавливают. В основном. Это затягивается дело от года, полтора до 2,5 лет. Но основная картина такая, что и государство за этим следит. И всегда приходит прокурор, если увольнение по статье. А если у вас вот, ведь вы написали, у вас есть такое желание уйти. Но никто ведь не добрый идет, час. Ни прокурор, ни в суд, никуда. Что? Никто не ходит ни в суд, ни никуда. Его уволили, он ушел. Это говорит о том, что они не знают конфликтологии. А вы тут выступаете как защитник этого незнайства? Нет. Пропагандист этого незнайства? Так а что вы тут выступаете тогда? Кого вы? Вы на чью сторону льете воду? Работников надо, не только работников. Работодатель защищает свои права и интересы? Это они имеют право? Имеют. А работники должны защищать свои права и интересы? Ну так защищаете. А что вы тут выступаете? А, дескать, у вас ничего не получится. Не защищайте, у вас все равно ничего не получится. А она стала защищаться, у нее получилось, а вас выгнали. Значит, нужно донести это как-то работникам и работодателям. Вот я до вас и доношу, а вы дальше будете доносить. Я один, а вас много. Это ваша работа. Ваша работа. Доносите это до людей, какие у них есть права. Это конституционное право. И человек, что такое хождение в суд? Это называется индивидуальный трудовой спор. Индивидуальный трудовой спор. Если вы с чем-то не согласны, идите и отстаивайте свою позицию. И учитесь отстаивать. Как вы научитесь выиграть в суде? Как? 10 раз проиграете, 15 раз будете выиграть. Мы против судов, мы же конфликтологи. Вы против судов? Конечно. Конфликтологи против судов? Но суд это не конфликт, что ли? Самый яркий конфликт это конфликт в суде.
Не рассказывайте, вы не конфликтолог, не научка. Я становление. Какое? А, вот становление. Это вы красивее. Вот я сразу с вами соглашаюсь. Вас классно учился. Нет, это я такой оскорбительный, уничижительный назвал, а вы такой философски грамотный. Я сразу согласился. Тут вы меня сразили, я сразу пас. Вот берите пример с товарищем. Вот мы с ним полемизируем, вот удачно. Сначала неудачно весь сказал, сейчас удачно. Ну а как можно еще научиться? Тут нужно спорить. Я же вот никому не запрещаю со мной спорить. Пожалуйста, спорьте. Но вы видите, я тоже вот так реагирую, не всегда мягко. Ну а как вы думаете, вам нужен партнер-то какой-то, такой сильный спарринг-партнер, или такой, который вот ничего не может? Так. Итак, возвращаемся к вопросу о подготовке забастовки. Значит, подготовка забастовки имеет сторону формальную, юридическую, то есть какие нужно нормы соблюсти, чтобы она была законной. И содержательную сторону, которая состоит в восстановке производства. И это вот очень содержательная сторона, очень сложная. И мы остановимся на одном и на другом. Что касается формальной стороны, мы почти все с вами там раскрыли. Но мы сейчас это продолжим. Это длинная канитель, которую нужно соблюдать, но вот то, что она длинная, почему не является минусом? Потому что для того, чтобы подготовить забастовку с содержательной стороны, чтобы все работники дружно и дисциплинированно провели забастовку, остановили свою работу на тот срок, а потом, когда она закончится, ее прекратили эту забастовку, потому что если они ее не прекратили, то они становятся нарушителями дисциплины, а не забастовщиками, и тогда их тоже могут уволить, потому что забастовка кончилась, а вы где-то гуляете по коридору. А тут уже тут написана уже бумага, деканат, что такую-то изъять из числа студентов. Так что вот надо это дело. Тем более у студентов вообще забастовка не предусмотрена. Почему? Потому что они не работники, а обучающиеся. Вот, говорит, научитесь, будете грамотные, и тогда уже давайте. Что вы можете? А вы можете то же самое делать, только не называйте забастовкой. Ну, а есть какие-то с формальной стороны защиты? А какая формальная? Это не формально делается. Зачем формально? Что-то значительно, массово. Ну, если вы не придете на зачет массово, так вам поставят всем массовый не зачет. Это не подойдет. Надо думать, что. Надо придумывать что-нибудь. А вам эти другие формы, вам никто не мешает. Вот перерыв, это чье время в перерыв? Рабочее, студенческое? Кому принадлежит, вам или преподавателям? Вот сейчас у нас кто тут главный? Тут главный вроде преподаватель, да, во время лекции. Лекция закончилась, вот вы встали, и мне вообще не пройти. А вы все задаете вопросы так, что мне никак не пройти. И ничего, меня не толкаете, но никак не пройти. И каждый раз. Ну, еще что-нибудь придумайте такое. Или плакаты там. Попов, иди домой. Что можно, что из этого? Что плохого вы написали? Я и сам хочу идти домой. Ну, и вы вот так, я прихожу, напишу, Попов, иди домой. В равно прозвенел, вы пришли, свернули плакаты, сели, сидите, такие хорошие все. Кто вам запрещает? Никто не запрещает. Он, пожалуйста, ходите по двору. Тут демонстрацию не надо, это не улица. Разрешение получить. Мало ли чего есть. Короче говоря, думать надо головой. В какой-нибудь одежде особо пришли. Все вдруг один раз пришли. В чем-то особо. И везде написано. Что написано? Ну что, закажите. Что закажете, то и напишите. Что, запрещается вам вот ходить? Вот здесь написано. Там хотим знать конфликтологию, к примеру, написано. Вдруг все. Все начинают меня спрашивать, что у вас происходит. А вы ходите тут, везде напишут, хотите знать конфликтологию. Что, значит, вы не даете, наверное, никакой конфликтологии? Значит, то есть кого будут привлекать? Меня будут привлекать. Что за вас такое творится? В общем, думайте. Особенно перед зачетом. Мы все тут на чеку уже должны быть, правда? Вот уже кто-то хотел проскочить сегодня. Дескать, зачет, значит, зачет получить досрочно, а еще работы по колдогору. Я сразу и тормознул. Это в моих силах. Но если она сдавать будет хорошо, я не могу уже ее задержать, правильно? Если человек хорошо сдает, я могу только сказать спасибо и поздравить. Так что все это, то, о чем мы говорим, носит такой прогрессивный характер. Итак,
Значит, я довожу до конца ту мысль о том, что то, что 31 год, 31 день готовится эта забастовка, чисто формально тоже, все эти процедуры, если совершать, это не должно вас печалить. Это должно вас радовать, у вас есть время для того, чтобы подготовиться хорошо. А хорошо подготовленная забастовка может быть, например, одну минуту. Я знаю такую забастовку в порту. Не мешали руководители порта подготовке этой забастовки. Говорят, мы хотим посмотреть, как вы остановитесь. И вот она 1 сентября в 6 часов утра началась. И пришли начальство смотреть кого-то. И вдруг порт, который никогда не останавливался вообще, замер. Весь. Через минуту забастовочный комитет приостановил забастовку и пошел переговариваться с работодателем. Работодатели сказали, ну мы просто хотели посмотреть, да, мы согласны, мы подписываем, все. А кому нужна эта забастовка больше? Не нужна. То есть работники должны погадать, не задачи ставить нанести ущерб. Ну, это задача, это не задача. Зачем? Это ущерб тому предприятию, на котором вы работаете, какое предприятие, такие вы. А задача в том, чтобы продемонстрировать, так сказать, свою способность повлиять на управление производством. Управление производством переходит во время забастовки к кому? Кому? Да, к забастовочному комитету. Вот, скажем, корабль надо разгрузить. Приходят люди там с большими деньгами, разгрузите корабль к генеральному директору. Генеральный директор, идите, он в забастовочный комитет. Если они дадут добро, вот они могут во время забастовки сказать, да, разгружайте. И тогда пойдут вот люди и разгрузят. А если скажут, что нет, то и нет. Вот потеря управления той стороной, которая считает, что она всеми командует, тут она вдруг перестает команду. Так, возвращаемся к самой процедуре, к тому, что нужно для подготовки забастовки. Ну вот мы с вами уже говорили, что нужно, чтобы инициативная группа все подготовила и провела конференцию. Или собрание. Если собрание, то все работники. Если конференция, то 2/3 работников. Простите, то если конференция, то на ней должно присутствовать 2/3, не менее, чтобы она считалась законной конференцией. А норму представительства может быть такой, что там 1/50, 1/500, может быть, 3 человека будет на конференции. Она все равно законная. Как угодно. Какую установили. Затем конференция принимает требования. Значит, чтобы она их приняла, сначала подумать надо. Люди больше думают, как созвать конференцию, и меньше думают о том, а какие требования, собственно, предъявить. Например, вот недавно был круглый стол, не дали как в четверг, и были там руководители различных организаций, и все рассказывали о том, что они вот требуют индексации. Я там присутствовал, сказал, что ну вот мне странно, что вы с такими требованиями выступаете. Я думаю, что никто из работников особенно выступать за это не будет, потому что вы требуете, чтобы зарплата вышла на тот уровень, который была год назад. Что тут такого? Почему надо за это выступать, коллективные действия совершать, забастовку вести? Кто за это будет сражаться? За 10% роста зарплаты не будут уже подниматься люди. Но за 30% можно подумать. Правильно? Ну, так сказать, практика об этом говорит. Дальше. Значит, провели, если мы уже говорили о том, что не получается провести конференцию, или не получается провести собрание, можно сделать собрание по отдельным коллективам с составлением протоколов. Вот по каждому одна и та же тема, один и тот же вопрос, одни и те же требования предлагается утвердить. И по всем коллективам прошли, проголосовали. Но только в каждом коллективе свои делегаты, скажем, на конференцию потом. Проголосовали и получили много протоколов. Так что, если их вместе собрать, то получается абсолютное большинство. Для собрания достаточно большинства, так проведенного, по сменам, там, по сменам, по бригадам, по коллективам. Значит, составляется потом единый протокол, чтобы всего участвовало столько человек в собрании, по сумме участников всех протоколов. За проголосовало столько, против столько. Все. Вот у вас уже в руках есть документ. Поскольку если будут какие-то столкновения с системой правоохранительной, имеется в виду, что могут работодатели потребовать объявить забастовку незаконной, для этого надо иметь соответствующие документы, подтверждающие, что у вас все идет по тем правилам, которые установлены. Дальше.
когда вы утвердили, работники утвердили требования, эти требования направляются за подписью тех, кто уполномочен конференцией или собранием, или даже сбором подписей. Можно просто сбор подписей вот сплошной сделать. Не отдельные собрания по коллективам, а просто сплошной в письменной форме. Вот тот орган, который уполномочен для ведения коллективных переговоров и проведения примирительных процедур, там фамилии должны быть указаны, он подписывает либо в лице своего руководителя, либо в лице всех членов, там, за тремя или четырьмя подписями, подписывает эти требования, передает их работодателю. Работодатель через неделю должен либо дать ответ, что он согласен, либо дать ответ, что он не согласен. Либо может ничего не давать, потому что если он не дает ответ, считается, что он не согласен. И вот если он не согласен или дал отрицательный ответ, начинается коллективный трудовой спор. А коллективный трудовой спор проходит какие этапы? Примирительная комиссия, в ходе которой, как правило, никто не примиряется. Потому что все эти процедуры начинаются тогда, когда вопрос назрел. И когда его просто примирительная комиссия не решишь. Но на рассмотрение примирительной комиссии выносится протокол разногласий, который был до этого получен в ходе каких-то переговоров. Разногласия выносятся, связанные с тем, что требования не удовлетворяются работникам. А к окончанию примирительной комиссии, которая не более недели продолжается, вернее, не менее недели продолжается, а более по согласию сторон сколько угодно. Вот по окончанию работы примирительной комиссии, может быть, разногласие будет меньше. Будет написан новый протокол разногласий, в котором будет стоять меньше разногласий, чем раньше. Я напоминаю, что согласно закону, участники примирительных процедур освобождаются от работы с оплатой по среднему на время примирительных процедур на срок не более 3 месяцев. То есть 3 месяца они могут участвовать в примирительных процедурах и их должны освободить от работы и оплачивать по среднему. Таков закон. Некоторые работодатели пытаются его не выполнять. Хорошо организованные работники профсоюза добиваются, чтобы это было выполнено, поскольку это норма закона. Дальше. После примирительной комиссии, я говорил, нужно оформить попытку назначить посредника. Обычно никогда этого не бывает. После вот этого надо оформить попытку создать трудовой арбитраж. Он создается в обязательном порядке, если обе стороны считают, что его решения будут обязательными для них. И только. А если они так не считают, он может не создаваться. Если хотят, стороны могут создавать. И вот закончились эти антипроцедуры. И после этого можно решать вопросы забастовки. Чтобы его решать, нужно снова собирать или собрание, или конференцию, или собрание по коллективам, или в письменной форме, на которую ставится вопрос о том, значит, проводить забастовку или нет, и в какой форме проводить забастовку, из какого числа. Некоторые есть такие герои, которые не особенно подумали и указали, что забастовку будем проводить там 20-го, скажем, ноября. А 21-го они снова не вышли на работу, их начали увольнять, потому что они написали 20-го, а не с 20-го. Вот если с 20-го и бессрочная забастовка, тогда они могут сколько угодно бастовать. И это не нарушение дисциплины. А если 20-го, то 21-го уже нарушение дисциплины. И вообще надо сказать, что люди не сразу раскачиваются на забастовку, но вот еще более плохо раскачиваются на выход из забастовки. Потому что уже как-то вошли в эту забастовку, уже этот ритм привычен стал. Даже если это не полная забастовка, не полная остановка работы. Например, если у вас согласно решению забасткома и согласно той бумаге, которую вы подали работодателю, забастовка в такой форме, что вот до обеденного перерыва полчаса и после обеденного перерыва полчаса еще. Мы не приостанавливаем работу. Вот люди привыкли и хорошо так, не спеша идут в столовую,
Там обсуждают все эти проблемы, какие надо, как идет забастовка, то, что надо организовывать. Чтобы вот это полчаса для того, чтобы так сказать, договориться о хороших коллективных действиях. После обеда вообще не надо так как-то даже их посидеть, полежать можно хорошо. И вот уже и привыкли, вообще никак не решается вопрос. А что касается зарплаты, она остается такой же практически в таких случаях. Потому что если на час сокращается рабочее время, за оставшееся время вполне можно сделать дневное задание. Вполне. Поэтому в этом смысле такая форма забастовки предпочтительнее. С другой стороны, а права у работников вот тут очень большие, да. Но если производительность остается прежней, при вот этой забастовке в час, то какой в ней смысл? Работодателю получается ведь все равно. Вот они час бастуют, производят столько же, а разница? А вы думаете, вот, скажем, вот миллиардеру Лисину важно, сколько они там нанесли ущерб, 1 миллион? Нет, ну я имею в виду... Вот вы подумайте сами, вы думаете, что эффект забастовки в том, что они нанесли ущерб работодателю? Нет. Мне кажется, ущерб работодателю другой. Во-первых, репутационный. Во-первых, с ним не хотят, с этим работодателем, другие работодатели иметь дело, потому что у него там непорядок на заводе. Раз. Во-вторых, вот корабли не хотят и в это связываться. Зачем мы пойдем в этот самый порт? Сразу, так сказать, хозяева, так сказать, их судов. Пускай идите в другой порт и там разгрузите. Зачем вы сюда пойдете? Неизвестно, что будет. То есть это в такой риск закладывает вообще во все взаимоотношения хозяйственные. И вот в эту ситуацию риска попадает, а раньше рисковали работники, а теперь рискует работодатель. Он еще ничего не потерял, вроде как, и сделана работа. Только напрасно вы думаете, что он ничего не потерял. Вот докеры в порту в обычное время, они выполняют норму на 180-170%. Как только начинается, еще и забастовки нет. А вот такая ситуация предзабастовочная, а уж тем более забастовочная, вот кто выполнит норму на больше, чем на 101%, тот штрихбрехер. Тот, кто на 99%, тот нарушитель производственного задания. Значит, выполнять на 101%, на 102%. И все. Сразу 60%. Пропадает 80%. Это раз. Во-вторых, сверхурочные работы все исключаются. А это очень сильно. Потому что сверхурочные работы сейчас настолько распространены, что их, во-первых, трудно исключить. Это очень труднее, легче забастовку провести, чем исключить сверхурочные работы. Плюс работы в выходные дни. Ну, потому что вот кто-то втянулся уже в какие-то кредиты, надо платить, а тут он, значит, вот сразу... Вот в этом смысле у работников сразу уменьшается оплата. Только не за рабочий день, а вот за эти сверхурочные работы. Но работодатель очень сильно от этого страдает. Я уже вам говорил, что вот если вы знаете этот виадук, который там в Кировском районе, он был построен в связи с тем, что во время забастовки докеров они отказались сверхурочно выходить и работать в выходные. И там такой хвост вагонов образовался, которые, так сказать, стояли не загружены и не разгружены. И он все остановил, всякое движение. И поэтому вот на всякий случай теперь сделан виадук, чтобы можно было переехать через это. Что еще нужно сделать для того, чтобы организовать забастовку? Так вот, надо собрать конференцию и принять это решение письменно и уведомить администрацию. Кроме того, нужно определить минимум работ во время забастовки. Закон требует, чтобы не так вот забастовка, вот просто ничего не делаем. Как ничего не делаем? Может быть, вы для больных вводите сейчас необходимые лекарства, да? Или производите те лекарства, без которых вообще жить нельзя. Поэтому в каждом министерстве есть свой типовой минимум работ во время забастовки. Типовой. И вот вы должны решить и договориться с администрацией о минимуме работы. Это бывает трудно договориться. Мы говорим, что вот минимум работ, вот еще забастовки нет, вы идете и беседуете. Какой у нас будет минимум работ? Он скажет, надо это делать. Нет, это мы обычно делаем. А вот что вот такое, что связано там с жизнью людей, с опасностью и так далее. Вот такие работы. Выделяются эти работы, этот минимум согласуется. Если работодатель не согласен на это, то обращаются работники в суд. И суд должен разрешить тоже в короткий срок этот спор. Может, в администрацию, если администрация не решила, все равно в суд тогда. Более того, теперь нужно уведомить орган местного самоуправления о том, что будет забастовка,
чтобы они там не вздрагивали, что происходит у нас на территории. Причем этот орган самоуправления ничего не может тут сделать, он повлиять не может, не запретить, не разрешить. Но нужно получить бумагу, что он уведомлен. То есть вот вы сидите там в орган самоуправления, мы пришли вдвоем, вот подпишите, что вы знаете, что у нас будет забастовка с такого числа. Он говорит, да я не буду, как это не будете? Не будете, на вас суд подадим, подписывайте. Подписал. То есть бумаг всяких много, наворачивается. Тот, кто когда-нибудь сделал забастовку, он после этого легко решает любые бюрократические проблемы, потому что бюрократические проблемы большие. Начинается забастовка. Начинается забастовка, а работодатель, если он считает, что что-то тут нарушено, может подать в суд. В какой? Сразу в городской. Или в городской и суд субъекта федерации, не меньше. Это уже районные суды не решают вопросы забастовки. Наш городской суд очень часто становится на сторону администрации предприятия и объявляет забастовку незаконной. Тогда работники могут обратиться в Верховный суд, что они и делают. Верховный суд очень часто разрешает или с ним считает незаконным решение городского суда по этому поводу и становится на сторону работников. Поскольку нет, он должен соблюдать нормы все тут. Если нормы выдержаны во время организации забастовки. А есть люди, которые не хотят эти, имеется в виду представители работников, больше плачут, что вот нам трудно, нам тяжело, невозможно провести забастовку. Невозможно, потому что они не выдерживают эти формальные требования. Вот в той книге, которую я вам называл, которую мы написали с товарищем Федотовым Константином Васильевичем, «Введение коллективного трудового спора за заключение коллективного договора», не только расписана вся эта процедура, но и все бумаги, все образцы бумаг, которые надо подавать, и куда? Все там указаны. Поэтому она в этом смысле является уникальной. Ее издавали при финансовой поддержке профсоюза защиты труда, профсоюза авиадиспетчеров и фонда рабочей академии. Значит, мы ее передали в кабинет наш. Но вчера я узнал, что кабинета нашего уже скоро не будет. Наш кабинет закрывается, там будет аудитория, и все оттуда книжки передаются в кабинет общественных наук вниз, на первый этаж. Так что книгу искать надо там. Вот такая тут. Где как надо будет? А? Как это где будет? Что будет? Кабинет ваш. Не будет кабинета. Не будет. А где все будет сидеть? Ну а кому нужен? Вам нужен? Ни в чем это не выражается, что он нужен. А больше никому он и не нужен. Поэтому, как всегда бывает, если нет какой-то силы, которая стоит за какой-то вещью, объектом, то этот объект может или вещь пропасть. Можете забастовку сделать? Делайте. Мы не можем. Сколько примерно страниц этих необходимых документов? Ну, меньше, чем вот этот коллективный договор. Меньше, чем меньше. Меньше, да. Меньше. Ну, получается, их не столько страниц, сколько просто бумаг много, так, разных. Вот интересно, примерно количество. Ну, потому что у вас там, может быть, уже протокол разногласий у вас может быть достаточно длинный, там, требования могут быть у вас длинные, там, разные, там, конкретизированные и так далее. Ну, вот это все формальная сторона. А есть реальное содержание забастовки? Значит, забастовочный комитет, который избрали, и вообще те, кто собирается организовать забастовку, должны работать над тем, чтобы в нужный момент, в нужный день все пришли и остановили работу. Во-первых, прийти надо на работу, раз. И так-то они все приходят. А во-вторых, нужно прийти и остановить работу. Некоторые герои любят бастовать так, сидеть дома. Когда люди сидят дома, туда родная администрация пришлет гастарбайтеров или других, которые находятся в специальных организациях, которые являются организацией незаконного труда. И вместо вас на этом рабочем месте будут работать другие люди. Поэтому, чтобы такого не было, забастовка проводится на том самом месте, где вы работаете. Вы сидите и работаете. Вот вы меня спрашивали, что делать. Я вам объяснял. Например, профсоюзные организуйте профсоюз и проводите профсоюзное собрание бесконечное. Сидите здесь, никто вас, кто вас будет бить, что ли, вытаскивать, сидите, проводите. Я вас к этому не призываю, просто разъясняю, как бывает. Вот сидят, вы пойдете не домой, а в буфет сходили и обратно сюда. Ну, здесь, конечно, спать не здорово, но кто так, кто как, на что. Берите свои подушечки.
пальто. Что-то загрузил народ сразу. А что вы требуете? У вас требования еще нет. Может, сразу, как только напишите требования, все сразу выполнят и подпишите. Вы же никакого требования еще не давали. Он есть директор. А прежде чем требования давать, вы просто поговорить бы сходили. Вдруг приходят все сразу к директору на прием. Видели там дни приема? Видели? И вдруг все приходят, 30 человек на прием. Это же необыкновенно. Вроде только к нему надо заходить в кабинет, так вы там весь кабинет остановите, всю работу. Или ему выходить к народу. Думать надо, короче говоря, в таких случаях. Вообще думать надо не над тем, как устроить конфликт, а над тем, как конфликт разрешить. Потому что содержание конфликта не в том, что я вот пришел и начинаю с вами ругаться. Правильно? Это не содержание конфликта. Содержание конфликта, о чем речь-то идет, что нужно сделать. Если это хорошее, давайте сделаем. А если это плохое, будем биться с вами насмерть. До последней капли вашей крови. Так. Итак, вот задача. А для этого надо, это Восточный комитет, и люди, которые уже освобождены для проведения примирительных процедур. Забастовочный комитет – это уже другие люди. Вот Забастовочный комитет тоже освобождается, эти люди, для проведения примирительных процедур на 3 до 3 месяцев. Вот вы будете бастовать, они будут организовывать эту забастовку за соответствующую плату по среднему. Ну вот я уже сказал, что во время забастовки нежелательно. Нежелательно. То есть забастовка не может длиться больше 3 месяцев? Забастовка может идти бесконечно. Но оплатить перестанут через 3 месяца? Да, бессрочная называется. Так ее надо и рекомендуется сразу заказывать бессрочную забастовку. А вот да, эти вот 3 человека закончились, а вы ну, пишите новую бумагу, вот этих по вас до 3 месяцев. В чем проблема? Пишите бумаги. Вот это то, о чем мы говорим, это уже содержание, собственно говоря, этой подготовки. То есть, как вы будете ее, надо обдумать, как вы будете ее проводить, что будете делать. Вот, скажем, во время забастовки самое время изучать право, да, трудовое право, трудовой кодекс. Сидят и все изучают трудовой кодекс. Это хорошо же. Теперь во время забастовки надо изучать основы своей профессии, повышать квалификацию, правильно? Теоретические знания по этой профессии тоже хорошо. Некоторые сидят, читают «Капитал» Маркса, чтобы лучше понять вот отношения работников и работодателей. Да. Кто-то хочет, так сказать, еще глубже, он читает Гегеля «Науку логики», чтобы вполне понять «Капитал» Маркса. Одним словом, все сидят, учатся. Забастовка, ну вот как бы у вас все вдруг стали учиться, все работники стали в университет. И учатся, каждый день приходят здесь и учатся. А поскольку мы предполагаем с вами забастовку, не, когда не полностью останавливается работа, а частично, то они учатся тут урывками, когда у них там есть часы, и у них есть желание, может, увеличить этот промежуток. Чтобы изменить форму проведения забастовки, не надо больше никаких процедур проходить. Вот можно один раз в жизни на этом предприятии такую процедуру пройти, сделать бессрочную забастовку и все время менять форму. Например, форма такая, 5 минут к обеду добавляем, и все. То есть вот обед заканчивается в 15, а тут 15.05 начинаем работу. Нет никаких ограничений. А? Каким бумагам нужно или нужно уведомить? Нужно бумагу каждый раз. За 3 дня уведомить. За 3 дня уведомляют, что теперь у нас будет. Раньше у нас было полчаса перед обедом, полчаса после обеда, а мы вас уведомляем, что будет час после обеда. Только местная администрация, а организация управления. Никого больше не надо уведомлять. Только руководство. Только работодатели, в другую сторону. Выучили. Да. Простите, а до какого срока можно назначать забастовку? Что значит до какого? Ну, сколько она может длиться? Бессрочная. А, максимально, по факту. Бессрочная. Ну, фактически. Ну, бессрочная. Нет ограничений. Бессрочная. И надо и брать. И вы остановить-то можете в любой момент. Нет, объявить надо бессрочную, обоставать минуту. Нет, объявить, ну, как бы, бессрочную. Обоставать минуту. Потом вы приостанавливаете. Вы приостанавливаете эту работу, идете на переговоры. Если надо, вы снова. Но если вы меняете форму забастовки, вы должны уведомлять за 3 дня
письменно работодателя, что теперь будет забастовка с такого дня вот так-то проходить. Вот это надо иметь в виду. Теперь вы должны к чему еще готовиться? Кто будет отвечать, если что-то пропадет? Вот вы забастовали, а у меня пропал портфель. У меня там было... Ой, да, действительно, у меня там было. Что у меня там было? У меня же там были деньги большие, между прочим. Вот. О, целая пачка. А у меня было таких 10 пачек, осталась только одна. Кто взял деньги? Кто взял деньги? Ну, это, правда, на показ так. Продается в магазине салфетка. Против санкций называется. Дарю. Спасибо. Короче говоря, пропали деньги у меня. Так вы охранять собираетесь, нет? Порядок. Во время забастовки. Ну так надо думать о том, как охранять порядок. Начала должны быть... Почему мы не работаем? По закону, потому что кто отвечает во время забастовки за порядок на предприятии? Как не знаете? Читайте трудовой кодекс. То, что вы не знаете, говорит, что вы не знаете трудовой кодекс. Читайте кодекс, там написано, ответственность за порядок и охрану собственности работников, работодателя несет кто? Забастовочный комитет. Не, ну вы еще организовали забастовку, кто должен отвечать? Вы остановили производство. Мы, вот инженерно-технический состав, ничего не делаем. А вы все решаете, работать, не работать. А потом что-то пропало у меня. Вон, у меня 10 пачек было, осталась одна. А мне салфетки нужны. Вот вам тут хватит. Это раз. Значит, что нужно сделать? Значит, надо дружины делать. Готовьте, готовьтесь, потому что у вас будут дружины. А как дружина? Как и вот каждая бригада, это дружина. Так дружина должна как-то на их обучать надо охранить, порядка. Вот как будем обучать? Чему будем учить? Докеры, например, посылают бумагу. Все начинается с бумаги в таких случаях. Посылают бумагу в линейный отдел милиции на транспорте и директору по режиму. Вот у нас будет обсуждаться положение о дружинах охраны порядка и собственности работодателя и работников. Вот. Предполагаем рассмотреть вопрос обучения единоборством восточным. Ну как-то надо же с чего-то начинать. Ну как, кто-то будет ворвать, утаскивать, там бананы тащить оттуда, или там контейнер раскроет там во время забастовки. А свалит на вас. На вас свалит. Поэтому вы должны думать. Погодите, а чему эта бумага приводит в милицию? А? Это просто уведомление отдела милиции? Ну, вы приглашаете ее принять участие в обсуждении вопроса о создании дружины и того, и другого. Как миленькие пришли оба. И оттуда пришли и в милиции, и пришли и... Ну, милиция-то, она, так сказать, не может, но если у вас что-то пропадет, то уголовное же дело будет. Ну, так надо, чтобы не пропало. Поэтому вы тут все должны знать, что тут очень строгий будет порядок во время забастовки. Тут уже не забалуешь. Это не тогда, когда работодатель тут командовал. Тут уже очень строго будет. Тут все люди знают, на рабочих местах будет полный порядок. Тут уже не выпьешь нигде за углом. Все, тут сразу, моментально. Хватит, выкинут за ворота. Вот, и это означает такое переключение управления большое, что это очень мало кто из работодателей это выдерживает. Вот когда дело дошло у докеров до этого дела, вот товарищ Лисин дал свое указание своим, чтобы они заканчивали эту забастовку. Все. Согласились с требованиями, вот этот коллективный договор был заключен. Вот этот именно. Так вот он и был заключен. Пожалуйста. Ну, просто Ну мы готовимся. Они просто должны с ней ознакомиться тоже? Или... Почему? Приходим, позвали их сюда. Позвали, да. Вместе встретились. Мы будем обсуждать, вас просим прийти. То вы нас приглашали, мы к вам ходили, а теперь мы вас приглашаем, чтобы вы к нам пришли. Так? Приходите к нам, будьте гостями. Еще и проверьте полномочия. Чем уполномочен? Просто тут сидеть или он уполномочен участвовать в обсуждении? Какие полномочия дали ему, этому полицейскому? Пусть идет сюда. У нас же законная забастовка. Надо приготовиться и к тому, что забастовка может быть объявлена незаконной. Или приостановлена. Суд может приостановить, что-то там у него там не выяснилось и так далее. А чтобы к этому приготовиться, значит, надо заранее это думать об этом, что это такое может быть, и людям разъяснять, что делать тогда. Подождем месяц, а у нас ничего не горит.
Что такое месяц по сравнению с бессрочной забастовкой? Что такое? Ничто, правда? По сравнению с бессрочной? Вообще ничто. Но подготовка к забастовке может состоять и в том, чтобы проводить некие аналоги забастовки, которые формально забастовкой не являются. Или заведомо проводить незаконные забастовки, кроме законной забастовки. Вот идет подготовка к законной забастовке, а вдруг раз, и все забастовали. В один прекрасный день все остановили свою работу. Вы представьте себе, вот цех, завод, весь остановил работу. Приходит начальство, что, будете работать? Будем. Когда? Когда поедим? Когда поедите? Когда зарплату выплатят? Так вот, зарплату вот сейчас нет денег. Ну, нет денег, так нечего и есть, и не можем работать. И сидят. Что вы сделали? Ничего не делаете. Что нарушено? Да ничего особенного не нарушено. Нормы. Какие нормы? Которые должен выполнять за день. А? Которые за день должен выполнить. Это не должен, это не нарушено. Я не выполнил, так и не платите мне за день. В чем проблема? Нечего выполнять, не могу работать. Я, видите, ел, не ел 5 дней. Дайте зарплаты взаймы. Зачем зарплаты? Как зачем? Я поем, буду работать, и норм у вас. Дайте до зарплаты. Как вы можете уволить за невыполнение норм? Такой статьи нет. Поищите статью. У вас есть с собой трудовой кодекс? В следующий раз со мной с кодексом разговариваете. Сразу раз статью скажете. Вот, Михаил Ильич, вы нарушаете такую-то статью. А вы что мне говорите? Где это вы увидели за невыполнение норм, нарушение норм? Это по вашей вине. Потому что вы не платите, люди голодные не могут. Вы задержали зарплату, вы источник бед. А вы знаете, что у нас в кодексе записано, что вот если людям не выплачивают 15 дней, они вправе 15 дней зарплаты не выплачивают любому работнику, он вправе написать письменно, что он приостанавливает работу до выплаты зарплаты. Вы даже этого не знаете, я вас информирую, выдаю тайну. Так, пишет. И после этого он может сесть, и даже может не сесть, пойти домой. И когда к нему придет письменное уведомление о том, что завтра будет выплачена ему зарплата, завтра прийти на работу. А вот все это время, в течение которого он уведомил руководство о прекращении работы при остановке? Ни при какого прекращения нет. Видишь, он какой хитрый. Он сразу говорит, что вы прекратили работу. Я не прекратил, я приостановил до выплаты зарплаты. Видите разницу? Я только приостановил. Временно. А время зависит от вас. Сейчас принесете, сейчас продолжу. До получения письма. Зарплата сохраняется за этим или... Естественно. Нет, это ничего не написано. Не написано. Это законодатель оставил висячим. Но можно трактовать по-разному. Я это трактую так, что если я остановился, это по вине кого? Значит, это простой по вине администрации. Будьте добры, 2/3 оплачивайте. Но так или иначе, это через суд. А? Но так или иначе, это уже через суд. Но я имею в виду, так сейчас... Нет, ну это зависит от того, если работодатель упорствует, подаете в суд и говорите, что я по его вине вот не смог работать, мне очень нужна зарплата, мне нужно за то платить, за это платить, детей у меня трое, а из-за этого троглодита я вот вынужден был. Поэтому плачу выплатить зарплату и компенсацию морального вреда 500 тысяч. Больше 500 тысяч на запросы. Мне трудно. Почему у меня моральный вред? Потому что мне не мог детям голодным в глаза смотреть. Лучше я вам буду смотреть в суде в глаза. Вот и смотрю. Ну мы же сейчас конфликты с вами разбираем. Конфликты, есть конфликт. Причем вот эта норма, пожалуйста, действующая. Но я не советую это в одиночку делать. Вот если весь цех, такие же, каждый напишет такую бумажку, что приостанавливает работу. Но есть другие формы. Вот снимается цех и идет прямо в здание администрации. Все встали и молчат. Ничего не требуют. Потому что если вы требуете, скажут, вы демонстрацию у вас, или пикет, или митинг. Никакого. Стоим, что делаете? В кассу стоим, зарплату должны привезти. Ну и действительно должны ее привезти. Так ведь не будет зарплаты. Да нет, может быть и будет. Час ждут, второй ждут. Никто не может туда пройти, никто не может уйти. Через 2 часа приводят зарплату. Бывает такое. А бывает такое, что там женский коллектив собрались, и в этой суматохе, там, когда в здании администрации, кто-то откусил ухо главному инженеру. Это нехорошо.
Это нехорошо. Все осуждают. Все абсолютно осуждают. Я думаю, тот, кто откусил ухо, тоже осуждает. Но никак не могут выяснить, кто. Этот, естественно, пошел куда-то в милицию. Милиция, конечно, записывает серьезным видом, а сами улыбаются. Бывают такие ситуации. Ну, конфликт есть конфликт. Это издержки конфликта. Лучше выплачивать зарплату, потому что вот когда вы создаете такую нервную ситуацию, можно посоветовать этому роду, не надо создавать на работе нервную ситуацию, что у вас нет денег, что вы сейчас вот здесь кинетесь на меня и выцарапаете мне глаза. Зачем создавать такую ситуацию-то? Я стараюсь на лекциях не создавать, потому что у вас много, я один. Если я создам такую ситуацию, скажу, кто виноват? Вы же читали лекции, вы же довели студентов до того своими лекциями, что они готовы вас убить. То есть зачем такие лекции читаете? Ну, надо вас выгнать. А студенты, они же только учатся, они, может, ошиблись. А вы-то что можете ошибаться? Вы уже выученный. Просто уже последовательно, чтобы уточнить. Как только работник пишет это уведомление о приостановке, в ту же секунду он может покинуть уже? Да, может покинуть. Да. Может, год, два, три. Не, ничего. Не, ну вы сделаете так, чтобы, вот, допустим, вы приходите, а у вас один экземпляр. Вы берете, у вас берет начальник, а вы берете ему второй, чтобы он не нервничал. Он... А вы ему третий. Когда он поймет, что у вас и сколько надо, вот. Потом, для того, если вы увидите, что он вот так хочет его куда-то заныкать, вот мы собираемся раз, два, три, мы тут рядом, и пишем акт. 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 Это очень важный документ, все должны его уметь делать во время конфликтов. Акт – это констатация факта. Он никого не обвиняет. Акт. Мы ниже подписавшись. Фамилия? Цигулева. Цигулева. Попов и? Макова. Махов. Так и пишем. Так составили настоящий акт в том, что такого-то числа. Что сегодня, во столько-то часов, рабочий такой-то представил генеральному директору такому-то бумагу о том, что он уведомляет его о приостановке работы в связи с невыплатой зарплаты до выплаты зарплаты. В соответствии со статьей такой-то Трудового кодекса РФ. А тот отказался брать, порвал один экземпляр, второй, а тот, так сказать, вообще отказался брать. И вот этот акт достаточно работает вместо уведомления, правильно? Потому что в любом суде такой акт принимается. Хорошо, тогда почему бы мне вот сейчас просто с вами не написать эту бумажку и уйти, как работодатель должен приходить? А зачем вам писать акт, когда вы принесли работодателя? Потому что у вас написано, что вы должны уведомить работодателя. А зачем? Потому что вы его не уведомляли, а вы сразу заняли конфликтную позицию. Зачем вы нервируете своего работодателя? Надо любить работодателя. Вот я его люблю, я прям с душой к нему иду и несу ему бумагу о том, что я вот готов работать только после выплаты зарплаты. Готов, просто страстно хочу работать, но пока не могу работать и все. Вот. А пишу акт только в том случае, если он откажется. Я о нем хорошо думаю, а вы думаете о нем плохо. Вы плохой человек, вы плохо думаете о людях. А я даже о самых плохих людях думаю хорошо. Вы же должны красиво конфликтовать, а вы хотите как-то грубо конфликтовать. Чего вы на меня так смотрите? Даже так конфликтуют. Как вы красиво выглядите? Но зарплату вам платить не буду. Вы и так хорошо выглядите. Вот видите, я тоже задачу решил, и со всеми я не ссорюсь. Видите, она улыбается, а зарплата у меня вот. Это очень трудно сделать. Чтобы не надо так ни на кого кричать. Спокойно надо. Это же конфликт социально-трудовой. Это конфликт коллективный. А коллектив разве может кричать на кого-нибудь? Коллектив должен спокойно решать свою задачу в соответствии с Конституцией и Трудовым кодексом и законом о профсоюзах. Значит, есть и такая форма работы. Взяли и провели забастовку. Взяли и остановили работу. Если дружно все провели, как правило, такие забастовки бывают выигрышными. Она вообще не соответствует процедуре. Вы ее провели, значит, а ваш работодатель, вот вы объявили забастовку, сказали, у нас забастовка. Требования, конечно, ему отдали сразу. Ничего там, никаких, никто никого не освобождал, ничего не делал, никого процедуры, все отдали ему. Что делает? Такая забастовка считается незаконно. Кто может принять решение о незаконности забастовки? Суд. Вот пусть работодатель сходит в суд. Пока он до суда не дошел, и пока суд не рассмотрел, а есть такой суд, который сразу рассмотрит. Вот пришел работодатель, он прямо сегодня и решил. Он скажет, хорошо, мы на следующей там неделе, через неделю рассмотрим. И вот у вас идет забастовка.
И вот суд городской, причем городской суд Санкт-Петербурга решил признать забастовку незаконной. Мы сразу раз и пошли работать. И все. Молодцы. Каких вам претензий? Никаких. А мы думали, суд разрешит. А он запретил. Ну, раз запретил, мы как законопослушные граждане. Так я вам раньше говорю, так вы не суд. Вот как суд сказал, так мы сразу все. А опять можно? А? А повторить можно? Что повторить? Ну, опять забастовку, а потом мы не знаем. Ну, надо другую какую-то, другие требования немножко. Надо все это делать красиво. Если вы будете то же самое повторять, это упрямство уже. Что это? Вы не путаете упрямство и упорство. Вы должны быть проявлять упорство, до сих пор или упрямство, козлиное. И то, и другое. Нет, это вы будете то, и другое. Я только буду упорство. Упрямство не буду допускать. Так. Теперь, но самое-то интересное. Вот суд, знаете, как в кодексе написано? Я чувствую, что вы не знаете, но ваша острая необходимость вам его прочитать. И там написано, что вот забастовочный комитет обязан прекратить забастовку на следующий день после того, как ему письменно вручили решение суда. Вот приходят судебные приставы, исполнители с бумагой, с решением суда. И спрашивают, где ваш забастовочный комитет? Не знаете, где забастовочный комитет? Не знаете. А вы не знаете, где забастовочный комитет? И вот их ходят, ходят, про один день проходили. Значит, не вручили? Не вручили. Значит, решение есть, но когда по закону должны прекратить забастовку? На следующий день, после вручения органу, управляющему забастовку, возглавляющему забастовку, решение суда. А вот обратитесь к кому, куда нет? К забастовочному комитету. Кто забастовочный комитет? А, фамилии есть. Значит, вот этим фамилиям вручить. А? Этим фамилиям вручить, значит. Так и где они, эти фамилии? Это сейчас забастовка. У работодателя можно... Так работодатель-то говорит, ему приходишь, говорит, у нас забастовка. Приходят они, естественно, к работодателю. Говорит, где ваши Иванов, Петров и Сидоров? Откуда я знаю, говорит, если не было бы забастовки, они вот это Иванов там, Петров там, а Сидоров... А сейчас у них забастовка. Незаконная. Их нету. А? Докеров, так хорошо, там столько... Да, да. И пока не нашли, пока не нашли. Но найдут. Найдут, засекут телефоны, звонки. Там те, наверное, перезваниваются с родственниками. Нашли. Вот как только вручат, на следующий день надо прекратить. А вот это вот трудная задача. То есть надо тут вот мобилизовать товарищей. Всех предупредить и всех на работу. А есть другие формы, я про них вам тоже рассказывал. Например, чего готовится к забастовке авиадиспетчерам, которым забастовка запрещена. Они, тем не менее, объявляют ее публично. Что, вот мы, значит, сначала пишут, что мы приняли решение о проведении забастовки. Работодатель, так сказать, начинает по этому поводу нервничать. Они говорят, а чего вы нервничаете? Не намечена ни дата, ни сроки, ничего нету. Потом, значит, поручить это рассмотреть совету. Потом совет поручает точную дату установить исполкому. Потом исполком устанавливает дату еще через 2 месяца. А пока в это время, так сказать, идет этот самый спор. И вот, наконец, собирается суд. И вот так и было на суде. Судья говорит, вот, Сергей Анатольевич, президенту профсоюза диспетчеров, вы вообще юридически грамотный человек? Ну, тот говорит, да, вот немножко так, уже поднаторел на судах. Вот вы знаете, что я сейчас вот вам вашу забастовку запрещу, объявлю незаконной? Ну, конечно, говорит, знаю, что тут же очевидно. А зачем тогда вы это делаете? Ну, чтобы усадить за стол переговоров работодателя. Он отказывается с нами разговаривать. Ну, и как вам удалось? Конечно, говорит, вот он сидит. Вот он сидит. А что они делают? То есть, как бы им формально забастовка не признается. Не разрешены. Но я вам уже рассказывал, что они делали голодовки, бесконечные профсоюзные собрания. Или переедание. Или вот весь профсоюз бежит 5 километров. Бежит, бежит. После того, как пробежали 5 километров, кто на работу, те к врачу. Врач проверяет, а что с вами случилось? Давление, пульс.
Тот говорит, ну я на работу хочу. И вас мы не можем допустить. Кстати, и вас не можем допустить, и вас, и вас, и вас. И что получается? И получается страшнее забастовки. Внезапно что вдруг не выходят люди. А? Кто сейчас сидит, работает еще одну смену. Да, те работают одну смену. Еще одну. Но их нельзя заставить, это их можно упрашивать только. Их нельзя заставить работать, они не обязаны. Как вы хорошо поняли интересы работодателя? Не будут они вторую смену работать? С какого ляда они в одном профсоюзе? Нельзя меня заставить вторую смену работать по закону? Нельзя. Просить можно, а заставить нельзя. А никак, не надо вылетать самолетом. Сейчас опасно. Как непогода. Социально-конфликтная непогода. Сейчас вылеты надо прекратить. Вот и все. Которые летят. А если бы эти дни не делали бы это авиадиспетчер, еще страшнее было. Как вы думаете, что во Внуково произошло? Во Внуково было 5 авиадиспетчеров. Много лет уже доказывает авиадиспетчер, что не надо диспетчеров сокращать, потому что нагрузка возрастает, и они не могут уже контролировать ситуацию. Во Внуково конкретно было 2 полосы и вышка. 5 авиадиспетчеров, на каждой полосе 2 с одной стороны, с другой стороны, 4 и на вышке 1. 4 сократили. О, экономия. Теперь этот сидит на вышке диспетчера, у него обзора нету. Он видит свободное, он дает добро, а потом выкатывается автомобиль. Потом, когда он уже дал добро. То есть не может он эту задачу решить, не может. И никакие разговоры с работодателями это не помогали. Потому что был генерал там Горбенко, которого наконец авиадиспетчеры сняли. Долго возили с ним и сняли. Который вот это все провернул, посокращали авиадиспетчеров. Я разговаривал с авиадиспетчерами. Вот, говорит, молодой авиадиспетчер, один, было 2 раньше. У него ребенок маленький, он не выспавшийся. И вот ему звонят, ну, разрешаете там выезд на это? Да, разрешаю. А там выехал уже машина на летное поле. Нет, сталкиваются. Ну, надо, чтобы тут дублировалось это дело. Это же жизни людей. Нет, мы не хотим этого. Обратите внимание, что во всем внуковском деле ни разу не фигурировал работодатель. А собственник-то кто этого Внукова? Фамилия. Никто не знает. А? Никто не знает, так же, как и на деду. Это нормально, что государство не знает? Кто... Конечно. Ну, кто так организовал? Кто это устроил, такую вещь? Кто это так сделал, что диспетчеров меньше, чем нужно, чтобы была гарантия безопасности? Неизвестно. В Пулково часом сколько диспетчеров? А? В Пулково. Не знаю. Не знаю. Пулково тоже там сокращаются страшные силы. Стараются сократить, да. Стараются сократить. Уж очень стараются. Вот, то есть тут разные есть формы. Есть такая принятая, например, у докеров форма работы, когда так называемые коллективные действия. Вот, скажем, каждая бригада должна поработать по правилам, строго. Строго по правилам. А строго по правилам это означает, надо обеспечить безопасность, изучаются правила. И начинают строго делать, и по этим правилам все замедляется очень сильно. Вся работа замедляется, получается. Например, докеры фактически вот, на своих погрузчиках едут со скоростью 30 км в час. Тем более с контейнеры возят. А если они поедут 3, это обеспечивает безопасность. И вот выходит генеральный директор в окно смотреть, так, едут, все работают, медленно, и к полной безопасности. Вы что, хотите, чтобы люди погибли? Или травмы были? Там все время какие-то травмы бывают, и гибли. Да. При этом, если работать либо по правилам, допускается, скажем так, невыполнение нормы? Ну, так если по правилам, конечно, допускается, а что могу сделать? Ну, правила такие. Измените правила. Ну, напишите, что надо не проверять обрыв тросов, а что можно работать с тросами, у которых на 10 сантиметров не один обрыв, а 10 обрывов. Напишите только. Кто будет отвечать потом? Вы будете отвечать или мы будем отвечать, если сейчас или человека убьет? Пишите правила другие. Мы по правилам ваши. Мы же не эти правила не утверждали. Мы по тем правилам, которые работодатель дает. Вы для чего их сделали? А, говорю, что вы раньше их не выполняли? Нет, раньше мы их выполняли, а сейчас строго выполняем. Мы и раньше выполняли, сейчас строго выполняем правила. То есть тут разные есть варианты, и
формы могут самые разные. Например, вот учитывая то, что вы сказали, во время таких коллективных действий докеры стараются соблюдать нормы, тем не менее. Стараться, вот если они раньше выполняли 180-160%, то во время этих коллективных действий они 101%. Ну, чтобы вообще ничего нельзя сказать, ничего нельзя сказать. И уж сколько никаких сверхурочных и никаких работ выходных, никаких работ выходных дней, отдыхать. Вас это очень печалит. А вас печалит, что будете отдыхать выходные? Ну вот и идите, идите в театры, концертные залы, на стадионы, гуляйте по свежему воздуху. А то вы все зарабатываете на лекарства. У нас вообще люди сейчас, и об этом говорит статистика, зарабатывают на лекарства. Они больше работают, больше болеют. Лучше тратят. Поэтому аптеки у нас теперь на каждом углу. Это о чем говорит? Что такая забота о людях? Или просто так столько людей болеет, и такие дорогие стали лекарства, что это такой очень выгодный бизнес. Поэтому вы подумайте, стоит ли учиться на конфликтолога, не открыть ли аптеку. Ну, есть аптека «Фиалка», а вы аптеку «Ноготок» откроете и будете конфигурировать с первой помощью, а также другими аптеками, какие есть у нас. Их полно и разных видов. То есть вот вопрос о подготовке забастовки. Вот почему я говорю о подготовке и захватываю вопрос о ее проведении? Потому что прежде чем ее провести на практике, в период подготовки нужно пропустить эту забастовку через голову. Если люди этого не сделают, то они хорошо ее не смогут провести. То есть они должны увидеть, какие возможны ситуации в этом процессе. И заведомо, и самое главное, конечно, упор – это на содержание требований. Требования должны быть такие, которые заведомо скорее выводят из тупик предприятия, организацию, чем тормозят. Потому что реализовали эти требования, зря потратили люди время. Надо было сразу согласиться и пошли дальше. Ну вот был у нас 11,5 часов рабочий день в России. Был в 2013 году. Что сказать? Ну как сократили до 8 часов после победы февральской буржуазной революции. Что думаете, упал? Упал объем производства? Нет. Не упал. А рабочий трудовой день упал? А? Трудовой день упал. В каком смысле? Трудовой день стал 8 часов. Стал. Ну. На бумаге? Да. Только за день больше сделают. Ну, если вы знаете, что вам придется тут сидеть и слушать мои лекции 13 часов, я думаю, вы вообще слушать не будете. А если одну лекцию можно и перетерпеть, правда? Ну, вот так. Ну, говорить о том, что не упала производительность. Не упала производительность. Производительность не упала. Производительность не путайте с интенсивностью. То есть, может быть, и больше сделали. Производительность, конечно, выросла. Производительность – это в единицу времени больше делает. А вы просто за 11 часов много делали, а люди уставали и болели. А в целом интенсивность даже была низкая, потому что даже интенсивно работать нельзя, если такая большая продолжительность рабочего времени. Еще какие вопросы? Михаил Васильевич, а вы какого года рождения? 1945. А? Февраля. А числа? Ну, числа – это вы большую информацию хотите получить. Информация в интернете, на Википедии откройте и узнаете. Как это так интересно получилось? Так вам и скажи. Война же там. А? Война же, говорю, там фронт. Война, фронт. Что вас волнует? А? Как так получилось? Где родители? Родители. Отец у меня работал на заводе в Люберцах. Под Москвой освобожден был от военных, соответственно, участия в военных действиях. Потом завод эвакуировали в 1941 году, и он поехал с заводом. На первой станции вышел покурить, поезд уехал. Он остался на платформе и поехал под Сталинград. И там два ранения. Одно вот сюда, а другое в ногу разрывной пулей. И уехал в деревню, откуда он родом. В село Староклиновское, Первомайского района, Тамбовской области.
А мать здесь почти всю блокаду прожила, но не до самого конца. В конце блокады, значит, ее отсюда забрали, эвакуировали. Она уехала туда, в деревню. И работала там в школе, преподавала математику. Поскольку здесь кончила 3 курса, почти бакалавр, можно сказать. 3 курса в педагогическом. Ну вот. Так. Как интересно. Так, теперь это называется, уже говорят, нельзя ли их засчитать, этих, которые родились в войну, участников войны? Я думаю, нельзя. Перебор будет. Потому что уже кого только не засчитывают участников войны. Участники войны, это которые участники военных действий, они рисковали своей жизнью. А другие страдали. То есть отец был освобожден, потом по случайности его опять отправили в Сталинград, там ранили, опять освободили. Да, так интересно бывает ситуации в жизни. Зато у меня очень была мирная жизнь, никаких. 19 лет учился, и все потом преподавал в университете на разных должностях. И ни в каких других местах не преподавал. Поэтому, как говорится, часть при социализме, вторая часть при капитализме. При капитализме, конечно, мне это лучше живется, это ясное дело, но это не значит, что лучше живется всему народу. Еще какие вопросы? Это вы, чтобы со мной лучше конфликтовать? Угу. Да. Сбор информации. А вы в вашей партии кем не были? Я бы сказал, что генеральный. У нас нет просто генерального. Вы просто не были? Я председатель идеологической комиссии. Идеологической? Да. Ну, а какой должен быть? Комиссия идеологическая, конечно. Идеология-то я разбираюсь немножко. Так, ну уже пошли вопросы не по теме. Так что это форма забастовки уже пошла. Значит, я приветствую вашу забастовку, и я заканчиваю лекцию и предлагаю вам дополнительное время, которое вы получили за более раннего окончания, использовать для лучшей работы над коллективным договором, который уже в следующий раз кончается 3-й недели, и все должны сдать. Спасибо за внимание. Спасибо.